27 марта – это Всемирный день театра. Празднование даты в Хабаровске отметили торжественным приемом. На нем в различных номинациях наградили победителей краевого губернаторского конкурса в области театрального искусства. Подробности в следующем репортаже. А не соблаговолите ли вы, ваше императорство, выдать свою дочерь до самого сына? Спектакль «Волшебное кольцо» построен на контрастах. Действие происходит в двух мирах, и куклы в них легко отличить. Одни мягкие и теплые, другие деревянные и угловатые. Эти приемы отметили на краевом губернаторском конкурсе в области театрального искусства. Актриса театра кукол Наталья Федосейкина победила в номинации «Лучшая женская роль» за работу сразу в двух постановках «Мой дедушка был вишней» и «Волшебное кольцо». Все актеры, в принципе, почти в одинаковых условиях. Просто у меня чуть больше нагрузки, потому что у меня много-много маленьких ролей в этом спектакле. Вот. И все они очень интересны. Каждую по-своему было интересно разрабатывать. Я вообще такие спектакли люблю, когда у тебя не одна роль, а такие вот много-много-много. И все они как бы имеют развитие в спектакле. Вместе с Натальей номинацию за лучшую женскую роль разделила актриса Тюза Анастасия Дымнова. Ее отметили в спектаклях «Гравитация» и «Письмовник». Обе постановки построены не по конкретному сценарию, а на сценических этюдах и импровизации. Обе эти работы, они отталкиваются от актера. Что «Гравитация», что в «Письмовнике» не было застроено изначально. Вот ты так играешь, там мы все – это мы, что там, что там. За победу участники губернаторского конкурса получили благодарности и денежную премию в размере 100 тысяч рублей. С профессиональным праздником театралов поздравил первый вице-губернатор края Александр Никитин. Люди, которые работают над уже талантливыми произведениями, проносят их через себя, реализовывают на сцене в виде сценического мастерства. Это двойной, наверное, талант. Также жюри конкурса высоко оценило спектакль «Папа» Комсомольского драматического театра. Кроме того, артист театра драмы Никита Туранов и актриса театра кукол Наталья Федосейкина получили звание заслуженных артистов Хабаровского края. Анастасия Привецкая, Вячеслав Гирич, телеканал «Губерния».